Музыкант сидит ночами, то подует, то подергает за струны, труба дурит, бьет в тарелки и кастрюли. Пространство из эфира, слов из дудки, фраз из арфы или лиры колобородит, то погромче, то потише, весь в работе, хоть никто его не слышит, но музыка. Известие, к слову, зыбко улетает в поднебесье. Между делом и бренчалом, нежным телом, музыкант сидит ночами, и музыка, как вселенская